Ну вот никак не могу я угомониться. Никак не могу угомониться. Снимаю, снимаю, снимаю. Потому что такую красоту, такое было черное небо. Вот оно так быстро развеялось, и вот пошел дождь. Сейчас идет дождик, сверкает молния. Вот все засеяно, усеяно этими тучами. Но тучи что-то так быстро рассосались. Пошли такие черные вот оттуда вот. Ой, что-то на спине болит. Ой, как красиво, божечки мои. Я думала, будет ливень грандиозный. Я думала, ливень будет тропический, настоящий, как тут обычно не бывает. А он что-то какой-то совсем, это чуть-чуть так это, два раза молния сверкнула. Ну, гром, правда, еще гремит сейчас. Но как-то тучи быстро рассосались. Мне это не нравится. Я люблю такие бешеные тучи. И вон уже солнышко проглядывает. Так нечестно. Уже пошел дождь, так давай уже иди. И не просто иди. А иди, ладно, опять же не будем. И вот самое любимое время было для нас в Ялте, когда мы девчонками росли, детьми. Это когда мы ждали специальное время. Ну, собственно, мы не ждали. Когда начинался дождь, мы собирались, чтобы где бы мы ни были, чтобы ни было. Мы бежали в дождь купаться в море. Это вообще самое, наверное, ничего больше в мире, более такого вот, ну, просто супер приятного нет, чем купаться в море под дождем. И когда дождь капал, такие пузырики надувались, когда на это смотришь, когда в луже капает дождь, и пузырики надуваются, это как бы к долгому дождю. Вот такие же пузырики надуваются, когда дождь капает на море, в море. Конечно, мы в Ялте, в детстве. Ой, какое счастье, что я родилась в такой красоте, в этой Ялте. Сколько мы все время плавали. Еще мы играли в классики. Это попрыгушки такие. Мы рисовали классики, 8 классиков. У нас была битка, которую мы называли почему-то матка. И мы кричали, дай мою матку. И нас взрослые почему-то останавливали и говорили, что за слово вы такое произносите. Но мы были дети, какая нам нафиг разница, что это было. Но мы называли битку всегда маткой. Что было, то было. И вот по дороге машины едут. И когда едут по воде, как сразу слышится, такой совсем щуп. Ветерочек такой хороший. А вот теперь море совсем не видно. Из-за туч. Или не из-за туч, скорее всего, из-за дождя. Здесь небо совершенно светлое, голубенькое. Даже вон там лучики солнышка есть. А с другой стороны такое черное, такое грозное. И вот уже не видно вдаль ничего, потому что все закрыто дождем, затянуто дождем. Как здорово. Так хотелось снять бешеную грозу здесь. Ну, подсветка, конечно, сейчас самая замечательная. Вон как она отражается, вода в этом проливе. И вот там дальше еще пролив виден. За этими, вот между этими оранжевыми домиками. Там кусочек водички тоже виден. Да. Завтра я перед тем, как ехать домой... Нет, не поеду. Я хотела... Надо было все-таки, конечно, поехать в Майами и там снять вот эти маленькие островки. Вот то, что Юля сегодня говорила. Боже, какая красота. Там мост проходит между островом и материком. И вот от этого на этом... И как бы там между островом и материком маленький остров, совершенно крошечные островочки. Там настроили там такую недвижимость настроили, там дворцы просто стоят. И настолько красиво все это смотрится. И, конечно, я могу представить, как это дорого. И от моста идут разводки такие тоже мостики такие коротенькие, которые ведут на эти маленькие островки. Я могу себе представить, сколько стоит там недвижимость. Миллионы долларов. Ну, красиво, безумно красиво. Кто-то кайфует от того, что там живет, а кто-то кайфует, например, как я. Просто потому, что я проехала мимо, посмотрела, полюбовалась и все. И у меня аж забу дыхание сперло. Так, время сейчас, по-моему, что-то около 6. Ладно, дождик закончился. Буду заканчивать я и свое коротенькое видео. Опа, молния какая. Вот я молнию поймала. Еще разок. Еще разочек маленький. Ну, подожду.
подожду. Ах, как гремит здорово. Я села на кресло. Красная, сгоревшая или сгоревшая. Да, попробовала я сегодня солнышко. Все, хватит, наверное. Ливня, который я ожидала, нету. Пора идти к девчонкам. Они сидят на кухне. Я чем-то болтаю о своем женском. Оп, еще раз одну молнию поймала. Ух ты, у меня даже, мне кажется, мигнул сам фотоаппарат, а телефон. Не поймать бы мне молнию на телефон. Ладно, молния молнии. Сейчас я выпишу, заберусь ногами. Ах, как здорово. Ладно, посижу немножко. Посижу, просто помолчу. Послушаю дождик. Гром. Надо бы снять еще вечерний Майами. У меня там есть где-то на видео. Я пару лет назад снимала, когда я здесь была, в Гале гостила. Где-то есть. Но я сегодня сделаю еще одну. Не могу удержаться. Это только маленький-маленький кусочек вот такой красоты. И вот сколько едешь по этим островам, один дом красивее другого. Одна лужайка красивее другой. Настолько все сделано с душой. А там вообще красота. Там пошел закат солнца. Вообще сказочная красота какая-то. Ну давай, молния, последний раз стукни, ударь, прогреми, или как сказать. Напугай меня последний раз, и я пойду уже в комнату. Опа! Вот он, заказик выполнен. Спасибочки. Сейчас еще подожду. Опаньки! Ну давай еще разок. Флорида считается страной молний, как бы родиной. Это неправильно говорю, родиной или страной. Тут во Флориде наибольшее количество молний ежегодных. И вот когда показывают прогноз погоды, вернее, когда после новостей обычно показывают и рассказывают о погоде, показывают карту Флориды и показывают, какое количество молний на каком участке было. И некоторые места просто усеяны этими молниями. И даже как бы... Ух ты, какой цвет, красивое небо. Как оно меняется. Вау, как интересно. Как будто северное сияние. То потухнет, то погаснет. Небо просто красное. Боже, как красиво. Это надо такое? Какой потрясающий закат. Ну, опять-таки, солнце отсюда было бы не видно, но это только благодаря тучам. Ох, еще одна красивая молния. Вау! Как здорово. Посижу, подожду. Ой, до чего красиво. Так не бывает. Ой, какое красивое небо. Ах, какая сказка.
вон уже синее небо появилось. Все, дождь ушел. Дождь ушел туда на море. И там уже очистилось немножко. Ну вот и все. Хватит, наверное. Еще пройдусь немножко. Не могу остановиться. Не могу остановиться. Юлина комнатка. Вот она сидит за компьютером. Ах, как здорово. Ах, какая красота, речка. Ну давай, молния, последний раз, да я пойду. Давай, заказ номер 3. 1, 2, 3. Чу! Ну и ладно. Все. До свидания.